ребята, всем привет. Сегодня будет открытие на основном аккаунте 20 наборов спецвойск. 6 наборов спецвойск и 20 бесконечных наборов. Вот, как-то так. Давайте, погнали. Ох, какой бомбардир хороший тут. Вы посмотрите на него. Череп. Я даже знаю, какими можно... в принципе, можно даже это совместить с скинами. Погнали. Сразу. Нифига себе. Вот это повезло. Вот это повезло, ребята. Так, сластена есть. Погнали. Выпадет ли сластена? Нет, сластена, к сожалению, не выпала. Так, это тоже не выпало. Давай, бомбардир. К сожалению, бомбардир опять-таки не выпал. Выпала эмочка. Да-да-да, давайте, колдуйте, ребят. О, наколдовали. Наколдовали, ребят. О, классный такой байк, если честно. Бомбардир. Может, его сразу потом посмотрим. Ух, а это что, Бэтмобиль, что ли? Бэтбайк, нифига. Я не знал, что он здесь реализован. Давайте. Может быть, может выпадет. Кто его знает, Бэтмобиль. Бэтбайк. Вау. Колдуете? Давайте, колдуйте. Колдуйте, ребят. Все это, кстати, записывается на стриме. Так что, кто был на этом стриме, пишите плюс, это, плюс в комментариях. Так, давайте. Еще. Эх, чуть-чуть не хватило. Так. О, бэтбайк сюда. Сюда, ребята. Бэтбайк. Все. О, это что у нас? Лед? Блин, ладно. Я этого не видел. Ох, сластена выпала. Супер. Что вместо сластены? О, громилы. Выпадет громилы? Давайте кефир подкручивайте. Подкручивайте. Так, и последнее. К сожалению, не выпало ничего. Ну ладно. Я очень рад, что бомбардир выпал. Я очень рад, что выпал нам этот самый бэтбайк. Так, давайте набор спецсвойств теперь откроем. Так, давай. Еще один тактический рюкзак. Это хорошо. Плюс тактик, ребят. Ну, это, конечно, не новичок, но тоже очень-очень... В принципе, очень хорошая вещь в хозяйстве. Так, все. Набор спецсвойств тоже все у нас открытые. Бесшумные наборы не хочу открывать. Потом уже как-нибудь... Так, а какой-то по счету был у меня, интересно. Вот 41-й тактик по счету. Офигенно. Так, и теперь посмотрим, что там. Где у нас, собственно, бомбардир. А вот бомбардир тут. Так, сейчас посмотрим, как он выглядит. Вау, ну серьезный такой байк. Бомбардир. Так, посмотрим, что еще там есть. Так, там еще у нас был бэтбайк. Бэтбайк где-то, а вот он. А, не хватает немножечко, ну ладно. В следующий раз тогда покажу вам. В следующий раз, когда будем открывать бесконечные наборы. Спасибо за просмотр, ребята. Давайте. Всем пока. Листайте дальше ТикТок.